Здравствуйте! В эфире 235 выпуск программы «Автомобили». Сегодня в погоняшках вновь Toyota, но уже против Citroёна. И для начала вспомним, что было в прошлый раз. Александр на Toyota Corniere против Дмитрия на Приоре. И Дима выиграл. Еще бы! Подзарядил свою «Ладу». Ну что же, переборщили мы, конечно, с соперником, поэтому сегодня вот тебе, Саня, стандартный незаряженный француз. Ведь изначально ты и хотел погоняться с Рено Шифраном, но тут Citroёn. Зато и моторчик 1.6, а не 2 литра, как у Рено. Конечно, двигатель у француза славный. Совместная разработка альянса Peugeot, Citroёn и BMW. И Максим уже показал, на что он способен, обставил притом легко Kia Ceed. В общем, соперник-то нелегкий. Однако, мы на собственном опыте знаем, что тойотовские моторы 1.6 очень удачны и едут хорошо. Однако, Карине-то 20 годков стукнуло, да и все-таки D-класс. Хотя, смотрим на документы и видим, как стремительно подрос C-класс за последние годы. Citroёn, по сути, младше рангом, а на деле больше и тяжелее D-класса 20-летней давности, притом на 200 килограммов. Вот это бонус для Карины хороший. Вес в наших гонках иногда параметр решающий. Ну что, добавить тут больше нечего. На старт. И все-таки Citroёn. Хотя, стартанули оба отлично, но на грани фальш-старта. У меня даже мелькнула мысль остановить гонку, но фальш-старт был одновременный, поэтому судья оказался добрым. Кстати, потом у Саши были проблемы со включением второй передачи, но в любом случае, Citroёn быстрее. И на финише был впереди на 5 корпусов. Максим очень доволен своей машиной. Молодец. Поздравляем тебя с победой. Ну а Саша, конечно, проиграл, зато, во-первых, поцелуй, а во-вторых, мы совместно с сетью магазинов «Автомир» приготовили утешительный приз от компании «Супра» – чехлы на сиденье для его «Тойота». Ну и, конечно, традиционное награждение от компании «Титаносен» – топливо в баке. Ну а теперь поговорим о серьезном. Нас спрашивают, что с ценами? Почему произошел такой скачок? Ну да, психологический барьер в 30 рублей был взят буквально прыжком. Однако, на самом деле ситуация еще хуже. Мы видим, что часть независимых АЗС вообще замотали шланги. Бензина нет. Такого я не припомню уже давно. Почему же в стране, богатой нефтью, вдруг дефицит с топливом и почему растут цены? С такими вопросами мы обратились к руководству независимой топливной компании. Павел Сергеевич, поясните, пожалуйста, ситуацию, которая сложилась сейчас на топливном рынке. Сегодняшняя ситуация на топливном рынке складывается крайне негативно для независимых операторов АЗС, то есть АЗС, которые не входят в вертикально интегрированные нефтяные компании, так называемые ВИНКи. И главная, основная причина тому – это политика, проводимая ВИНКами. Политика, направленная на удержание высоких оптовых цен для независимых операторов АЗС и удержание довольно-таки низких розничных цен для своих АЗС. То есть для вас цены вот, а для себя вот? Естественно. То есть при этом создается ситуация, когда прибыль, получаемая независимыми АЗС, она не обеспечивает им тех затрат, которые вкладываются в ведение бизнеса. И по сути независимые АЗС, независимые операторы, компании выживаются с рынка. И, соответственно, как мы здесь можем говорить о развитии малого и среднего бизнеса? То есть в своих программных предвыборных статьях высшие должностные лица страны не раз говорили
о том, что ускоренное социально-экономическое развитие нашей страны, оно тесно связано с развитием конкурентной среды и ограничением, а то и искоренением монополий. А здесь мы наблюдаем абсолютно другую ситуацию. И эта ситуация грозит тем, что цены на топливо в ближайшем будущем, они могут стать вообще неподконтрольны государству. Ну что же, независимые операторы всегда сдерживали рост цен. Ведь у них нет многотысячной армии работников и многомиллионных расходов и зарплат. Поэтому они как бельмо на глазу у так называемых винков, которые и сидят на нефтяных трубах. Кто-то скажет: «Ну, закроются эти независимые, подумаешь, разве их много?» Однако. Какой процент на рынке занимают независимые компании и что будет, если вы все-таки закроетесь? Согласно докладу некоммерческого партнерства «Независимые отечественные нефтетрейдеры», на сегодняшний день независимые АЗС составляют около 60% на секторе розничного нефтепродукта обеспечения. Да, это действительно довольно-таки мощная сила, но ее необходимо консолидировать. Если ее убирают с рынка, что? Ну, здесь... Рынок сразу же станет монопольным, и соответствующие для монопольного рынка ценовые сговоры, в общем-то, они, я думаю, что не заставят себя ждать. Все верно. Тем более надо учитывать и тот факт, что, как правило, у олигархов в России нет ничего лишнего, только бизнес, дома и семьи за границей. У малого бизнеса все здесь, и дом, и работа, их волнует судьба и страны, и малой родины Великого Новгорода. Кстати, рекламная кампания той же «Титана Сен» с призывом «Будь патриотом» фактически и обыгрывает эту тему. И, по сути, просьба о поддержке именно своего новгородского оператора. Поэтому нам лично приятно, что независимые АЗС, несмотря на подросшие цены на топливо, не опустили. Но все-таки, что же делать? Ведь подобная ситуация складывается по всей стране. Что может противопоставить разрозненный малый бизнес олигархам? 19 сентября в Москве прошло Всероссийское собрание независимых отечественных нефтетрейдеров, то есть операторов АЗС. Прошло оно по инициативе некоммерческого партнерства «Независимые отечественные нефтетрейдеры», куда мы, кстати, вступили. И чем оно продиктовано? Оно продиктовано именно этой необходимостью объединения и выхода на правительственный уровень уже объединенной организации с конкретными конструктивными предложениями. Вот такая ситуация сейчас на топливном рынке. Будем следить за ее развитием. На очереди рубрика «Автоэксперт», а в центре внимания – зимние покрышки. Когда мы зашли в шинное отдел «Автомира», то, честно говоря, порадовались. Во-первых, ценник упал, особенно на шины большого диаметра. А во-вторых, мы видим новинки. Тут и покрышки от американской компании Goodyear, притом в трех эшелонах, выбираем по кошельку. Ну и наконец-то, уже устаревшую шину от Yokohama F700Z в этом сезоне заменили на куда более современную IG35. И вот здесь самое время выполнить наше обещание и вернуться в февраль месяц на ледяной полигон, где мы проводили испытания покрышек. Когда мы показали первую часть нашей зимней саги, то потом нас спрашивали, а почему выбрали именно эти шины? Напомним, что в тесте участвовали Nokian Hakkapeliitta 7, Michelin X-Ice Nord 2, Continental Conti Ice Contact, Gislavet Nordfrost 5, Yokohama F700Z и Nordman 4. И это не мы выбирали, а вы, точнее покупатели. Мы взяли лидеров автомировских продаж и сравнили между собой. И главным критерием теста стал такой: а стоит ли переплачивать за бренд? Да-да. Залезьте в интернет и почитайте отзывы про шины. Абсолютно про любую, даже самую китайскую, можно найти хорошие рассказы. Поэтому у многих автовладельцев сложилось мнение, что покупая, скажем, Michelin или Nokian, мы просто переплачиваем за громкое имя. А ездить можно на любой зимней шине. Можно. Но насколько безопасно? Вот это мы и решили проверить. Подробности об упражнениях, которые выпали на долю шинам, мы рассказали в первой части. А сейчас остановимся, пожалуй, на самом интересном и уже конкретно расскажем о каждой покрышке.
Итак, поворот, дуга. Здесь мы определяли максимальную скорость выполнения этого маневра. И в этом упражнении больше всего удовольствия доставляет Мишлен. Казалось бы, Логан скользит и сейчас не сможет зайти в поворот. Но добавляешь газ, и шины буквально вгрызаются в лед и вытаскивают автомобиль. И как результат, максимальная скорость показана именно на французских шинах, притом изготовленных в России. Однако, финская хаккапеллита тоже хороша. А отставание по цифрам объясняется тем, что эти покрышки лучше реагируют не на добавку газа, а на сброс. Тогда хакка цепляется и заправляет передок машины. А это, кстати, в духе рядовых водителей, которые при скольжении в повороте как раз и сбрасывают газ. Похожее поведение и у гисловеда. Немцы Конти тоже понравились, но они ближе к Мишлен. Аутсайдер этого упражнения – Икогама F700Z. Именно поэтому мы так радовались в магазине, когда увидели более новую модель – IG35. Пора менять старушку. Впрочем, и к ней я нашел подход. Проходить поворот с перегазовкой. Тогда F700Z начинает цепляться за лед, но это уже из области спорта и для обычной жизни не подходит. А итог в этом упражнении такой. Мишлен – очень предсказуемая покрышка, поэтому ее можно рекомендовать и новичкам, и опытным водителям. Позволяет проходить поворот с шиком. Конти – на нее похожа и лишь немногим медленнее. Хаккапеллита – хороша, но у нее другой характер. Если понесло, то лучше сбросить, а не добавить газ. Такой же гисловед, но слегка уступает по скорости, а на Нордмане и Икогаме в поворотах лучше ездить спокойно, если вы не спортсмен. Вторая часть нашего теста на управляемость, как мы еще отметили зимой, была самой опасной. Некоторые шины допускали резкий срыв задней оси. Впрочем, удержать машину в заданном коридоре позволяли все. Полной потери управляемости не допустила ни одна покрышка. Напомним, что упражнение выполнялось сначала на скорости 40 км в час, потом 50. На 40 претензий не было, а вот на 50. Тут некоторые шины буквально поменялись ролями. Нордман и Икогама выступили очень достойно. А вот Континенталь допускал резкий занос. Действовать рулем нужно было крайне осторожно. Зато, если в этом упражнении мерить максимальную скорость прохождения, то Континенталь стал бы одним из лидеров. Хаккапеллита традиционно цепляется за лед очень хорошо. Правда, срыв резкий. Ну а Мишлен опять подтверждает свою безопасность, отменно подсказывает, когда начнется скольжение и очень хорошо стабилизируется. Ну а теперь очень важный тест – торможение. Вот здесь мы убедились, насколько же сильно отличаются покрышки первого и второго эшелона. Очень наглядный ответ на вопрос – стоит ли переплачивать за бренд? Мишлен, Хаккапеллита и Континенталь здесь стали безоговорочными лидерами. Хотя, удивил гисловед и Нордман. Нет, как и положено, шинам второго эшелона они отстали от первого, но не намного. Это говорит о том, что все-таки Нордман – это бывшая Хаккапеллита 4, а гисловед Нордфрост 5 – вторая шина лишь для концерна Континенталь. Аутсайдер, как мы ожидали, Икогама F700Z. Когда наблюдаешь, как скользит эта покрышка, невольно понимаешь – хорошо, что ей на смену пришла новинка. Итак, разница между первоэшелонными покрышками небольшая, а вот между лидером и аутсайдером огромная – 10 метров. В реальных условиях это может означать не просто «избежал аварии», а спас жизнь, притом не только себе. Я не в рубашке родился, а опыт не пропьет. Ну что же, на наш главный вопрос мы ответили, но прежде чем подвести итоги, еще один тест. В наших условиях проходимость – важный критерий. Когда снег, как и обычно, выпадает внезапно, а дворы чистят не всегда вовремя. Да и любителей загородных поездок тоже немало. Итак, здесь шины четко разделились на те, которые любят езду в натяг, на те, которым лучше поддавать газу, и на универсальные неплохо едут в любом режиме. Яркий представитель тяговой езды – это Nokian Hakkapeliita 7.
Если у вашей машины мотор хорошо тянет на низах или коробка автомат, то финская покрышка – хороший выбор. Автоматическая трансмиссия не любит пробуксовку, хакапелита тоже, а в натяг везет отлично. Похож по характеру на нее и гисловет Nordfrost 5. А вот шина, которая хорошо тянет в буксе, это Якогама. Притом глубоко не закапывается, поэтому эти покрышки хорошо подойдут для слабеньких моторов и тех, которые любят обороты. Остальные шины условно универсальные. И, кстати, среди них было трудно выделить лучшую. Отрадно отметить, что в компанию к Michelin и Conti попал и Nordman 4. На этих шинах можно хорошо ехать в натяг. Но и на добавление газа они реагируют неплохо, начинают ускоряться, хотя и с пробуксовкой. Впрочем, отметим, что покрытие у нас было сухое и плотное. На мокром снеге, при плюсовой температуре, ситуация могла быть и иной. И это касается всех упражнений. Ну что же, мы преднамеренно отказались от расстановки шин по местам. Мы вам рассказали, как они ведут себя в разных ситуациях, а вы уж сами расставляйте и выбирайте подходящую для себя. Но ответ на главный вопрос теста получен. Переплата за бренд оправдана, ибо платим за безопасность. Помните рекламу, когда нам показывают две покрышки и говорят, что они выглядят одинаково, так зачем платить больше? В данном случае это лукавство. Шинные компании, кто вкладывает миллионы в разработки и в испытания, на деле получают куда более качественный продукт, чем те, кто просто копирует, и те, кто экономит. Более того, деление на первый, второй и третий эшелоны тоже оправданы. В упражнениях, связанных с безопасностью, Michelin и Nokian были безоговорочными лидерами. Притом не только в торможении, где разница была просто огромной, но и в других тестах. Здесь стоит рассказать маленький, но важный эпизод. Внимательные зрители еще зимой заметили, что у Логана вдруг появилась трещина на бампере. Вот жаль, видеокамера не зафиксировала сам момент. Его просто никто не ожидал, а это за секунды до того. Машину вдруг забросало, и затем произошел контакт со снежным бруствером. И из-за чего такая промашка? А я так расслабился на шинах Michelin, настолько они предсказуемы и понятны, что когда мы переобули Логана в другие покрышки, просто не ожидал столь резких перемен. И допустил контакт бампера с затвердевшим снегом. Мороз был за минус 20, и задубевший пластик не выдержал. Здесь мы в очередной раз говорим спасибо компании «АвтоМ», официальному дилеру Renault в Великом Новгороде за предоставленную машину и за понимание ситуации. Все-таки на тестах может быть всякое. Ну а Логан молодец, не подвел ни разу, классный аппарат. А данное маленькое происшествие – это очередной ответ на наш главный вопрос. Да-да, о переплате за бренд. Шины действительно отличаются друг от друга. И смысл покупать более именитые есть. Ну что же, думаем, что это наш не последний зимний тест. Как мы отметили, появились новинки. Кстати, отдадим должное компании Goodyear. Они так же, как Nokian и Michelin, с 1 сентября ввели гарантию от случайного повреждения на зимние шины. Ну и надеемся, что наши итоги помогут вам в выборе шин. Продолжаем подготовку к зиме. Посмотрим, что нам может предложить автосервис. Классику советского кино можно пересматривать сколь угодно раз, потому что цитаты, произнесенные много лет назад, актуальны и по сей день. Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. А ведь в этой шутке немалая доля правды. Посудите сами. Неважно, где мы покупаем машину, в автосалоне или на авторынке, одной из задач во время эксплуатации – это уменьшить потери стоимости автомобиля, а значит, сохранить привлекательный внешний вид для того, чтобы потом выгоднее продать. Однако надвигающийся зимний сезон этому не способствует. Именно такие условия и ускоряют старение машины. Что же делать? Этот вопрос мы решаем сегодня совместно с автоцентром «Маяк». А наш злейший враг – это коррозия.
Причем очаги ее известны. Больше всего, конечно, страдает низ кузова и днище. А ведь мало кто сегодня предлагает такую услугу, как антикор. Притом, по всем правилам, с мойкой под давлением. Мы не будем заострять внимание на технологии нанесения. Скажем лишь, что материалы используются одни из лучших, например, тот же Вюрт. А ведь Маяк – один из немногих, кто сегодня, можно сказать, сохранил такую услугу, как антикоррозийная обработка днища и кузова. Ведь с распространением иномарок утвердилось и мнение, что они, иномарки, не ржавеют. И частично это верное утверждение. Но наша практика показывает, что среди машин импортного производства есть немало, которые, увы, ржавеют. В первую очередь это относится к недорогим, такие как Daewoo Matiz, Chevrolet Lanos. Ну а если взять автомобили в возрасте, то... О, да у нас Opel. Помните издевку, которая пришла к нам из Германии? Каждая машина рано или поздно превращается в Opel. Это как раз про коррозию. Увы, опелевские слабости нам хорошо известны, и я вижу их и на этой машине. Кстати, 98 года выпуска не такая уж и старая. Поэтому мы рекомендуем антикор и иномаркам старше 3-5 лет. И даже свежее, если они, как, например, эта Toyota, пригнаны из южных стран, данные из Арабских Эмиратов. Здесь защиты вообще минимум. Ну и, конечно, всем исконно российским машинам, в том числе и самым новым. Увы, противостоят ржавчине они слабо. Помимо традиционного антикора днища и скрытых полостей, здесь делают очень интересную обработку колесных арок полимерной мастикой Динитрол. Фишка в том, что эта мастика одновременно выполняет как роль антикора, так и роль виброшумоизоляции. Слой получается толщиной 3 мм, и, судя по замерам, он неплохо справляется с гашением шумов и вибраций. Не зря Динитрол получил прозвище как «жидкий локер». Ну а что касаемо реальных локеров, они, конечно, не так эффективны в борьбе с шумами и вибрациями. Но эти свойства можно улучшить путем нанесения виброгасящих материалов. На Маяке предлагают и такой апгрейд штатным подкрылкам. Теперь перейдем к самому нежному – это лак и краска. Средства защиты известны, притом современный полироль, например, такой, как жидкое стекло, держится в наших условиях до полугода, а то и дольше. Однако, когда доходит дело до самостоятельного нанесения, для кого-то просто лениво, а кто-то попросту не добивается нужного эффекта, так как нарушает технологию. Например, на неновых автомобилях с множеством царапин и потускневшей краской подготовить поверхность для нанесения защиты нужно при помощи восстановительных полиролей, которые содержат легкий абразив. А в бытовых условиях это сделать тяжело. Так что в таком случае лучше предоставить нанесение составов мастеру. А эффект мы уже не раз демонстрировали. Во-первых, краска приобретает первозданный вид новизны. А во-вторых, это защита от грязи и более легкий уход. Даже мойка становится проще, и делать ее можно реже, а это уже экономия средств. Добавим, что на Маяке используют полироли таких известных брендов, как Вьюрт, Аллегрини, Восхол и другие. Однако, есть средства и покруче полиролей, которые решают вопрос с защитой лакокрасочного покрытия раз и надолго. Виниловая пленка. Кстати, в крупных городах сейчас модно обворачивать в прозрачный винил всю машину. А перед продажей его снимают, и вид у автомобиля получается как с автосалона. Конечно, защита это не дешевая, поэтому как вариант покрыть самые подвергаемые пескострою места. Это, конечно, передок автомобиля. К зимнему периоду мы советуем обработать и стекла машин. Да-да, та самая нанообработка. Плюсы ее очевидны. Это более комфортное и безопасное вождение, так как стекло меньше загрязняется и легче и лучше чистится дворниками. Теперь несколько слов о защите подкапотного пространства. Согласитесь, приятно открыть капот и увидеть чистый мотор. Однако, куда чаще мы наблюдаем вот такую картинку. Притом, после зимы на деталях появляются окислы и ржавчина. На Маяке предлагает простой способ решения данной проблемы, все от той же швейцарской компании Vaxoil. Сам изготовитель называет его суперпродуктом, и есть за что.
Он обладает влагоотталкивающими свойствами и поэтому защищает моторный отсек от коррозии, в том числе и электрические контакты. Ну а нам понравился чисто эстетический эффект. Двигатель выглядит как новенький. Ну и последнее на сегодня. Это салон. Защитим сиденье от грязи. Обработка делается быстро, а результат просто замечательный. Во-первых, поверхность имеет свежий и привлекательный вид. А главное, обычная материя приобретает водоотталкивающий эффект, а значит, пролитая газировка или кофе уже будут не столь опасны. Ну что же, способов сохранить автомобиль и замедлить его старение множество. Автовладельцы старой закалки, конечно, кое-что из показанного могут сделать и своими силами. Ну, а у кого нет времени или желания, добро пожаловать в автоцентр «Маяк», что на улице Державина. Ремонтом займемся. И в гостях у нас Mercedes-Benz. А говорить мы будем о регулировке углов установки колес, или по-народному – схождении и развале. Когда нужно делать и для чего? На этот вопрос ответит далеко не каждый автовладелец. Возьмем конкретную машину Mercedes C-класса 95 года выпуска. Казалось бы, с автомобилем все в порядке. Едешь, руль стоит прямо, в стороны не тянет. Ну и зачем ехать на этот самый сход-развал? Однако, проверим. Мы уже отметили, что в Колмово на новенькой сервисной станции поставили современный немецкий стенд по проверке и регулировке углов установки колес. Бренд именитый Hoffmann, аппарат оптический и очень точный, да и мастер с опытом. Посмотрим, что же они нам скажут по поводу нашего Мерса. Вот те раз. Картинка-то вся в красных тонах. А это значит, что многие углы ушли от нормы. У Мерседеса схождение регулируется и на задней оси. Вот вам и первый ответ на вопрос, для чего необходимо проверять сход-развал. Ведь не всегда водитель может почувствовать нарушение визуально. Как мы сказали, Мерседес держит прямую неплохо. Однако, посмотрите на резину. И вот ответ, почему необходимо проверять углы. Как говорят в таком случае, машина ест резину. Притом с обеих сторон. Мы знаем немало автовладельцев, которые с удивлением обнаруживали лысые колеса буквально через 5000 километров. Так в каких же случаях надо проверить углы установки колес? Некоторые производители автомобилей декларируют эту проверку раз в 15-20 тысяч, что на наших дорогах вполне оправдано. А еще проверка необходима при попадании колеса в большую яму или при сильных ударах, если повредили диск или изменилось положение руля. Присматривайте за состоянием шин. Такой вид – это повод для поездки на стенд. Классические случаи. Увод руля в сторону, плохой возврат его после поворота, машина плавает по дороге – все это поводы для проверки углов. Ну и, конечно же, после ремонтов, связанных с подвеской. Например, после замены рулевых наконечников и тяг, шаровых опор, маятников рычага и другого. Необходимо проверить и отрегулировать углы. Ну а сейчас, когда буквально через месяц, с первыми заморозками, автовладельцы начнут переобуваться в зимние шины, заедьте сюда и проверьте углы. Будет неприятно, если новая резина вдруг быстро износится. Ну а Мерседесу регулировку сделали быстро, вот правда резина, увы, уже испорчена. Опоздал владелец с поездкой на стенд. Так что будем учиться на чужих ошибках и проверять углы установки колес на своих машинах. Благодарим сервисную станцию «Автомир» в Колново у самолета за помощь в подготовке сюжета. Подходит к концу наша программа. Как и обычно, ждем ваших писем. Адреса в титрах смотрите. Это все на сегодня. Мотор орёт для нас, звучит как музыка, как аромат. Вдыхаем мы бензин. Что нужно нам? Шоссе полоска узкая. До запчастей заветный магазин. Автомобили,